Владивосток, 14 апреля 2024 года. Через дорогу находится Покровский собор, Покровский парк. Собор сейчас ремонтируется, фасад, стоят леса. Там наверху сопка «Орлиное гнездо». Здесь остановка общественного транспорта, Покровский парк. Подпорная стена разрисована всякими разными рисунками. Написано там «Забайкальский край». На улицах можно увидеть самокаты, прокат. Сегодня в городе солнечная, теплая погода, небо голубое. На деревьях уже появляются почки. Скоро появятся молодые листочки. Зазеленеет все. Будет красота. Птички поют. Там через дорогу кондитерская фабрика, приморский кондитер. Здесь изготавливают знаменитые конфеты «Птичье молоко». Когда проходишь мимо фабрики, пахнет шоколадом.
красота, тепло хорошо, небо голубое. Приморский кондитер. На первом этаже находится магазин. Там ремонтируют фасад. Здесь краевая больница находится. Возле фабрики собрались делать какой-то сквер, но пока там еще работы не начали. Здесь будет сквер приморских кондитеров. Пройти здесь. Здесь дом в лесах. Ну, это какой-то уже старый дом, похоже. Что здесь? Забором все загородили. Деревья тут такие какие-то крученые, верченые, больные, что ли. Листочки появятся. Там больница краевая. Что-то там гудит. Непонятно. Так, вот здание, там лепнина под окнами, а наверху красная звезда. Там циркуль, линейка. Это
Приморский политехнический колледж, отделение архитектуры и строительства города Владивостока в этом здании находится. Это у нас прапорщика Комарова 4 адрес, вот этот вот дом, колледж. Зайдем в дворик, посмотрим, что здесь. Ой, что-то краской пахнет. Кто-то ремонт делает, что ли? Подъезд крашеный. Детская площадка здесь. Во дворах, конечно же, везде припаркованы автомобили. Владивосток, он такой автомобильный город. Гаражи здесь еще, ракушки сохранились. Что здесь за адрес-то? Интересно. Пологая 28. Вот этот вот дом. Жилой комплекс впереди. Здесь адрес Пологая 21. Вот этот вот кирпичный дом. Пологая 24 через дорогу. Такой старый дом здесь стоит. Впереди железная дорога. Зеленый горит, значит, можно. Там вон видны пилоны Золотого моста.
Ну, там травка зеленая. Вон там находится магазин «Якорь». Там можно купить всякие интересные штуки на тему Владивосток. Вот синяя лестница. Что-то там музыка играет. Через дорогу находятся баскетбольные площадки. Уже там пацаны играют. Помимо баскетбольных площадок, здесь есть футбольные площадки. Вон там вход, и там футбольные поля. Где-то там впереди спортивная набережная. Вот они здесь, футбольные поля. И даже есть площадка с турниками, с брусьями. А здесь тренажерный зал. World Classic называется. Спортивная набережная Владивостока. Народ гуляет.